Этим летом выживет сильнейший. Конкурс от магазина компьютерных игр zakazaka.com, где ты сможешь выиграть DayZ, The Forest, Rust, Seven Days to Die и Dark Souls 2. Кроме того, на сайте отличные скидки на хиты и новинки этого года. А также они проводят раздачу игры Skyrim в легендарном издании. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Чё как, зрители, это Гагатун, и сегодня мы с вами продолжаем играть The Forest. В этот раз мы будем играть версию 0.0.1b. То есть кое-какие фиксы эта игра уже пережила, но я не думаю, что она все еще стабильно работает. То есть скоро выйдет очередной фикс. Поэтому я решил, что я еще немного поиграю. Уже я знаю, что некоторые люди... Окей. Наша тяжелая посадка все еще... Все такая же тяжелая. Я знаю, что уже есть какие-то теории насчет того, как нужно играть, как нужно себя вести. Ну, кстати, пацана ранило, у него и так уже башка разбита. Я не уверен, что он переживет все эти падения. Они его превратят в одного из них. И в конце игры я должен буду с ним драться, наверное. Но вообще не суть. Что я хотел сказать? То, что я все еще не знаю, как правильно выживать. Меня постоянно убивают. Но будем надеяться, что в итоге... Ой, он всегда раньше показывался как Пакман. Я этого не помнил. Но надеяться буду на то, что... Какие-то цветочки. Окей, я что-то не видел эти ноги раньше. Видимо, я плохо смотрел по сторонам в прошлый раз. Будем надеяться, что в этот раз я смогу прожить чуть больше. Есть разные мнения насчет того, что типа, что нужно делать, что не нужно делать. Кто-то мне говорил, что вот если ты не будешь с ними драться, они не будут драться с тобой. На самом деле это фигня. Они будут драться с тобой так или иначе, поэтому смысла как бы с ними что-то не пытаться с ними входить в какие-то перепалки. Почти нет. То есть они так или иначе все равно устроят вам веселую жизнь. В общем, тут можно вначале зато набрать всяких микросхем, которые я не знаю, нужны или не нужны. И дальше я попытаюсь выйти на самом деле к берегу, наверное. Так, тут можно еще что-то вытащить? Можно. Так. Я думал, что я эти возьму просто. Ладно. В общем, попробую я выйти к берегу. Берег обычно в самой светлой части. И мы туда просто пробежимся, выйдем к берегу. И на берегу я уже буду строить, наверное, свой какой-то лагерь. Окей, там прямо, смотрите, какое место прикольное. Я, правда, не знаю. Я знаю, что каждый раз он спавнит на разных частях карты. Но мне кажется, сама по себе карта всегда одинаковая. То есть, мне кажется, что она не меняется. Тем не менее, мертвый чувак лежит. Давайте здесь мы и разобьем лагерь. Я думаю, будет просто замечательно, мертвый чувак. Что еще можно желать нам? Что лучше можно получить? Би, окей. Все, ищу какие кнопки. Так, ну ладно, я понял. Я знаю, как играть более-менее. Сразу большой шелтер мы не будем делать. Не уверен я, что хантинг-шелтер может быть вообще какой-то временный шелтер. Он как-то, он уже не испарится или что с ним стоит? Не знаю, тут зато два вон, в общем, дерева надо будет срубить. Не знаю, я еще бы нам начать лучше. Ну, давайте попробуем, начнем с обычного шелтера, если что. Потом я попробую избушку на курьих ножках построить, но... Не знаю, да, избушки, они вообще... Да еще сложно, я не уверен, что на этой стадии игры есть какой-то смысл, да, застроить избушку. Жаль, Патрика нельзя убить. Ладно, так... Так, немного я это... Может мне потом убить этого... Я, наверное, могу его разрубить. Отлично. Так, и сразу же набрать частей для Эфиджи. Поставить сразу тут ее заготовить. Я надеюсь, что это не считается за убийство, потому что он просто тут был. Помешался мне тут. Так. И я сейчас сразу Эфиджи поставлю. Я не знаю, пытаться мне сразу большое строить. Ну, большое строить у нас не выйдет, но маленькое, я думаю... Мне потому что говорили, что, типа, маленькая эфиджа, она на маленьком расстоянии, но помогает. Я не совсем уверен, что она помогает.
Потому что доказательств этого у меня пока еще не было, что прям она мне как-то помогла, потому что... Я, кстати, могу руки так помыть? С посохом руки, да, от крови? Окей. Потому что это, кажется, на его психику влияет, или еще типа того что-то. Так. Кстати, камни не могу добывать, как в Stomping Land. Я бегал просто, фигачил камень, добывал камень тем самым. Stomping Land тоже надо им пофиксить. Игра, я думаю, замечательная выйдет на самом деле. Ну, могла бы выйти. Может быть, не от этих разработчиков, но вообще бы могла выйти. Так, я забыл, как рубить дерево, извиняюсь, я как-то стоял, нажимал. Ну, в общем, в этот раз мы с большей долей... О-хо-хо-хо, лагающие птицы. С большей долей профессионализма попробуем подойти к делу. Какие дерева что-то меняют, так и стал падать. Птицы! Так. Я хотел больше порубить. Так, ладно. Я выкинул одно дерево. То можно будет еще на лодку собраться, там все равно какая-то фигня лежит. Подождите, а там что-то на берегу мертвая какая-то акула, что ли? Это что такое на берегу? Я этого не помню. У меня раньше этого не было. Мертвая акула! Вау! Вау! Мертвая, я могу ее разделать? Она, конечно, воняет уже. Ну ладно. Опс, эти ребята. Может быть, если я буду держаться от них подальше, они не будут ко мне подходить и меня доставать. Что они там делают? Что они стоят там делают? Не медитируют там, что ли? Ладно, пока они не видят нас, мы будем делать вид, что мы не видим их. Окей, это плохо. Придется сейчас костер разводить в итоге. Блин. А если я, по-моему, развожу костер, то они меня будут больше замечать. И они будут ко мне приходить. То есть, по идее, они немного боятся огня, насколько я понимаю. Но не только чтобы очень. Я могу просто собрать. Я что собрал? Хрен знает, что собрал. Так, ладно, быстро нужно сделать себе охотничий этот шелтер. И просто переспать. Все это. Блин, эти ребята все еще стоят там. И кто-то из вас не писал, что этих аборигенов на острове ограниченное количество, поэтому если я их всех переубиваю, то они просто не будут меня доставать. О, там деревья дофига еще. Кстати, я ведь до этого дерева рубил, наверное, у меня там были лишние части. В общем, если я этих всех ребят переубиваю, то... Окей, почему-то мне 8 нужно. Черепахи. Я надеюсь, что эти ребята меня не будут замечать. Не хочу я, чтобы они меня замечали. Главное, тут еще можно камни, вот мне сейчас нужно собирать. Я порой не знаю, сколько у меня веса я могу тащить, и сколько не могу тащить. Так, один камень я вот забрал. Эти ребята там стоят, пускай там и стоят. Я не против того, чтобы они там развлекались и смотрели на прекрасный океан или море, или что у нас тут. Я не знаю, где я упал. Скорее всего, все-таки. What the fuck? Почему я такой грязный? Реально, что ты такой грязный, чувак? Он порой смотрит на свои руки, как будто он обкурился и не знает, что это его руки. Видимо, мы моментально стали чистыми. Бутылочку, я видел бутылочку. Бутылочка. Где тут бутылка была? Или мне показалось? Фигня. По крайней мере, мы еще не замерзаем. Поэтому все нормально. Я думал, что от дождя мы замерзать начнем, но нифига. Ладно, в общем, мы заниматься будем сейчас собирательством какое-то время. Поэтому вы не расстраивайтесь. Рано или поздно нам придется начать с ними драться, но это будет не сейчас. Потому что я не хочу сразу идти и умирать. Эти ребята, они мою жопу-то надерут. Их больше, они будут скакать этими волнами. И, короче, мне с ними не справиться. Просто так. Подождите, а мне нужны все еще эти? Так. Здесь мне камни-то уже не нужны. Сколько мне еще нужно этих? Еще одно бревно и 3 ветки. Еще одно бревно и 3. Эти ребята все еще стоят там. Ну, я не знаю, конечно, я не против. Они меня настораживают. Мне не нравится, что они там стоят.
Эти, кстати, деревья, они вообще из веток сделаны. Я не понимаю в них смысл. Как они могут быть из веток сделаны? Эти относительно тонкие средние деревья. Зато и убить они никого не могут. Черепашки из воздуха появляются. От Альфа. Но мне не нравится, что эти ребята, они как будто реально смотрят со мной. Что они там делают? Мне нужно две их башки, тогда я сделаю эфидж, и они не смогут ко мне подойти, по идее. Я правда не знаю, мне все равно кажется, что они, им немного насрать на правила, они могут подходить к тебе, когда захотят. Они могут решить, эй, время нам подойти к тебе, и все, и подойти к тебе. И просто глаз тебе насрать, пока ты спишь. Я почему-то сейчас неожиданно вспомнил мое веселое время, когда я ездил в детский летний лагерь. И как же там было... Вот не знаю почему, когда ты находишься в детском летнем лагере, в момент, когда ты там находишься... Окей, эти ребята исчезли, это плохо. Когда находишься в детском летнем лагере, тебе всегда там не хочется находиться. Я не знаю никого, кому бы хотелось находиться в детском лагере, поэтому чё? Ребята пропали. Давайте я сейчас немного отвлекусь на 5 сек. Что нам нужно сделать? Кастом билдинг не надо. Сторож лок. Click to place. Что click to place? Я даже не знаю, что я хочу поясить. Чуваки. Я не знаю, что вы предлагаете мне нажать. Вот, логи мы тут будем уже. Логи держать. А чё? Это логи делается из веточек. Ну ладно, дропнем тогда это фигня. Блин, когда они стояли у меня перед носом, мне как бы создавалось ложное чувство безопасности, что они со мной ничего не сделают. А чё я так устал? А, мне нужно водички попить. Так, стойте. Сейчас водички попить надо ему. Так, отлично. А, кстати, если убивать всяких лизардов, то из них можно делать броню. Кстати, что прикольно, деревья, они прям скатились к нам туда вниз, поэтому мне не нужно с ними бегать. Это круто. Давайте это порубим. Все мы должны всякие ветки нападать. Или не должны нападать. Что-то я не вижу веток. Так, а тут вообще что у нас? А, вон там уже самолет идет. Давайте это что ли порубим. О! Так, стоять. Сколько мне нужно? Мне, кстати, один камень нужен еще. Так, я что-то должен достроить. О-хо-хо-хо-хо. Я боюсь, что я вот так вот буду идти домой, и однажды меня там встретят чуваки у моего дома. У меня такой страх и в реальной жизни просто есть. Идешь такой к дому, а там такие три голых пидораса какие-то стоят и ждут тебя. Поджидают. А ты такой, нет, я не хочу с вами говорить. И все. Они пидораси тебя занес. От этого и появляются комофобные настроения. Так. Ну, вообще, кстати, мне говорили, что если птичка тебя на руку садится, то это значит, что к тебе идут тебя как раз таки гомогопить в задницу. И вот это плохо. Ну, пока у меня птичка мне на руку не садится, все нормально. Будем надеяться, что это правда. Вообще много чего говорили. Порой так думаешь, что тебе в интернете говорят. Как часто что-то из этого вообще оказывается правдой. Но будем надеяться, что что-то из этого и правда. Правда. Какая интересная у нас неинтересная тавтология. Подождите, что это такое? Игра прям подлагивать стала. Ёпта, что это, блять, было? Мне сейчас страшно было. Этот внезапный, совершенно ничего не обоснованный звук. Я что, нашел пещеру? Я нашел один из выходов их пещеры.
пещеру. Чё тут, кстати, доски? Какие-то другие тут были. Ёпта, да что это, блядь, за звуки? Страшно же. Это может я ухожу, и вот эти доски, которые, точнее, деревья, которые я нарубил, они теперь странные звуки издают. Так, я тут кучу всяких веточек. Да, они пропали, наверное, это был звук. А нет, они еще ниже скатились. What the fuck? А куда пропали те, которые были тут еще? Я не хочу я использовать зажигалку, отстаньте от меня. Все нормально, теперь веточек не хватает. Надо еще костер, наверное, будет сделать. Ладно, теперь мы можем доски сюда прямо зафигачить, но... Интересно, сколько он может держать себе досок? То есть бревен и доски. А, си. Сколько, говорю, он может выдержать? Ну, это как запасы. Мы пока с ними это не конфликтуем. Надеяться, что и все нормально будет. Но если будем конфликтовать, я сразу эфиджи сделаю, и все. По идее, это должно меня немного спасти, тем более оно должно освещать немного местность. Рядом. Так. Fire Pit может там сделать. Пока все не поздно. Камни, ветки. Ну, наверное, Fire Pit тоже никогда не помешает, поэтому... Так. Немного мы потом... Я, наверное, начну тут стены делать. А, то есть... Стены, ловушки, чтобы они ко мне не подходили. Я не уверен, что они могут по камням скакать. Но в случае чего я могу закрыть там. Вот я боюсь, что это их выход какой-нибудь. Ёпта, сколько вокруг меня этих... Это сейчас опять начнется, как у меня в ролике. Их можно целый день-то сидеть убивать. Но, Гарри, я боюсь, что они отсюда вылезут. Может мне там попытаться сделать ловушку прямо перед этим выходом? И смотреть, что будет из этого? Ну, кто знает. Я вообще с ловушками еще не очень освоился. Мне нужно 4, еще 2 камня и 4 веточки. Я не думаю, что это будет так уж сложно собрать. Так. Так, и камни где-то тут должны быть. Странно, что тут просто болтаются вот эти, как будто... Да их тут тоже что-то кто-то вырубал здесь. Так, еще один камешек. Где-то наверняка рядом тут есть нормальный обычный камень. Для сборов. Все хорошо. А, горячо. О боже, вот эта фигня. Пошел в задницу. Че хорошо, что тут как раз можно рядом, считай, у нас спавнер этих рандомных... кейсов. Так, осталось один камень собрать. Черепашка, ну ты нарываешься, чтобы я тебя грохнул. Ладно, будем играть в единение с природой. Бегать, не бить черепашек. Чувствую я, как будто я на самом деле выживаю здесь. Ты может быть, эти рандомом так отправил мои... бревна куда-то в задницу. Это был звук улетающих бревен из-за того, что я входил куда-то. Но где еще один камень? Мне нужен еще один камень. Камень. Что я здесь сейчас подобрал? Камень. Вот камень. Отлично. Подожди, мне и нужен был всего один камень. Опс. Или я уже после подборов с вами. Ладно. Буду надеяться, что я ничего не путаю. Все у нас нормально. Что-то у нее легкий. А, мне пожрать надо. Но еще день-то не прошел. Еще ни одного дня не прошел. Мы уже тут настроить успели всего. И вообще у нас все хорошо. Можно ноги собрать. Окей, отлично. Так, давайте посмотрим, что мы можем пожрать. Нет, это я не то открыл. Что мы можем пожрать? Руки мы не можем собрать. Вот смешно. То есть сожрать. А, можно съесть. Ну и монетки. Еще монетки можно интересно закомбинировать. Проблема-то в том, что я вообще, конечно, не знаю, что это с чем комбинируется. Вот что я сейчас закомбинирую? Хрен знает, что я сейчас закомбинирую. Что из этого с чем комбинируется? Монетки с выпивкой или монетки... Ну давайте... Окей. Похоже, я все вместе закомбинировал это с чем-то. Что за фигня вообще такая?
этих сволосев. Вау, я взрывчатку сделал. Нихера себе. Но это я неплохо так. Неплохо я так зарандомил тут. Взрывчатку-то неплохо. Но я не знаю. Попробовать мне спуститься в их пещеру, может быть. Попытаться там ни с кем не драться, но... Все-таки узнать, что там происходит. Что это за пещера? Потому что мне лично интересно, я не хочу умирать. Не знаю. Это должно быть сохранение. Когда ты спишь, то должно быть сохранение. Но я знаю, что в этой игре нету сохранений пока что вообще никаких. Все это вранье. То есть, ну, по крайней мере, было вранье. Может, сейчас уже пофиксили, но все равно я в это не сильно верю. Зато вот они все ко мне сюда садятся, и у меня зато сколько перышек будет здесь. Просто выше крыши. Опять дождь начался. Но по идее, если я лягу спать ночью, то я должен проснуться днем. Чем просыпается все равно ночью. Даже когда ночью ты ложишься спать. Давайте еще подождем немного ночью. И потом ляжем спать и посмотрим, как все это для нас работает. Это мой персонаж как будто чуть выше ходит. Может, это из-за тени кривой. Ладно. Давайте ляжем спать. Как красиво все-таки тут. Графически игра выглядит просто замечательно, конечно. Давайте ляжем спать. Будем надеяться на сохранение. Нет. Не на сохранение. А вот зато небо красивое. Вау. Вау. Звезды какие красивые. Круто. Конечно, хотелось бы мне увидеть именно как ускоряет время и смотрят, как игра на это реагирует. Мне кажется, тут очень интересно будет посмотреть на смену дня и ночи, что она здесь есть явно. Но вот если я попробую спать дальше, это вообще что-то будет менять? Окей, нет, время поменялось. Сколько он спит тогда, что ли? По часу он пытается вздремнуть. Вот ладно, у нас почти день. Попробуем влезть к ним туда. К ним, я не знаю, к ним ли, вообще к кому мы влезем. Попробуем влезть. Хочу узнать, что вот в этом месте вообще происходит. Тут какая-то вода течет по стену. Я даже фонарика за это время не нашел. Нужно было бы, наверное, попытаться... Мне показалось, или я в воду заходил? Да, я как бы захожу в воду, а потом неожиданно я под водой просто иду. Интересно. Мне кажется, что сейчас какая-то страшная ебака отсюда вылезет, и мне будет плохо. Может, эта пещера, она вообще не должна здесь быть. Что-то блестит. Окей. Мне очень сейчас страшно, если честно. Я, конечно, не записываю этот ролик с камеры, но мне очень сейчас страшно. Я не люблю вот эти... Мне чем не нравилась лестница бесконечная, это SCP или это не SCP было... По-моему, SCP как раз лестница бесконечная. Что ты не знаешь просто, что перед тобой, ты идешь в темноту. Это всегда самое страшное, потому что самое страшное это воображение. Что за хуйня? Что это, блин, за хуйня? Самое страшное это воображение человека. И это вообще что такое? Что там стоит? Это какой-то осьминог? Или это человек? Какой-то уродливый. Что это такое? Я не хочу, чтобы эта тварь пыталась меня убить. Не убрать оружие на всякий случай. Хотя я не думаю, они тут сожрали же всех моих пассажиров. На чертовом самолете. Окей, блин, она на меня посмотрела. Блять! Нет, 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 как достать... Когда я бегу. Нет, нет, я не туда. Назад, назад, назад. Отменяй миссию, отменяй миссию, отменяй миссию, отменяй миссию, отменяй миссию, отменяй миссию. Бля, беги быстрее, не выдыхайся. Ты херь за мной бежит? Она сдалась? Правильно. Правильно, не надо с мной связываться. Я опасен, когда я напуган. Еще неизвестно, кто бы вышел из этой битвы победителем. Я очень сомневаюсь, что я бы с ним вышел победителем, но все равно. Ладно, мы спустились в пещеру, ничего там интересного нет. И ничего хорошего, то есть там нет. Главное, что мы с ними не подрались, они не должны пытаться идти и убить нас.
То есть, я бы не стал пытаться убить меня. Зачем меня убивать? Мне интересно, вот этот Fire Pit, она держится дольше, но... Что нам теперь пытаться делать? Я наверняка стоит попытаться поставить ловушку в этом месте. Что-то мне трясется, нет. Фёрничер вообще у нас никакой. Вот, ловушка. Nose trap, use water, require wooden area. Happy birthday trap. Deadfall trap. Ну, вот эту ловушку я вроде как легко сделать. Тут вообще какая-то веревка нужна, которой у меня вообще нет. Чё у меня трясется персонаж так странно? Rabbit cage. Store life rabbits in the cage and watch them multiply. Веревка. У меня нет веревок. Маленький садик можно сделать. Давайте сделаем маленький садик, что ли? Садик, блин, на песке. Но он, по идее, он сам должен же туда набрать чего-то. Кажется, оно болтается в воздухе, да, все? Да, оно немного болтается в воздухе, ну ладно. Так, надо два бревна у нас тут есть. Сколько нужно? 5 же? Два? Все, 2? Я что-то посадил? Теперь будет расти тут. Ну, неплохо. Мы неплохо устроились. У меня, кстати, за окном что-то опять жгут. О боже, эти пидоры бегают на заднем плане. Не нравится мне все это. Мне все это очень не нравится. Видите, этот... Остатки вашего человека, которого я не убивал, он уже был мертв. Интересно, кто его убил? Ой, блин, я не хотел этого делать. Я не могу это потушить. Блин. Все, не нужно что-нибудь пожрать. Я не могу их пожрать. Нет, их я пожрать не могу, ладно. Акулу я пожрать не могу. Пойдем в лес тогда найдем. Че бы нам пожрать? А может быть у меня что-то в инвентаре есть такое, типа травки, муравки могу пожрать, нет? Я какую-то же траву собирал. 67 листьев. Надо вернуться к самолету, наверное. Там явно кролики есть. Это что такое? Это листья. Это тупо листья. Нифига мне листья. Там только, по-моему, считай, одну фигню только можно из листьев сделать. Так. Кролики. Мне нужны кролики. И слишком много у меня уже веточек. Вообще интересно, как вообще наш самолет падал. Он просто как будто упал здесь. То есть от него ни шлейфа не осталось, ничего от него не осталось. Он просто свалился как-то хвост и все. Просто тут вот. О, кролик. Как можно поймать кролика живым, мне интересно. Мне еще кажется, что лучше не подходить к самолету, потому что они будут проверять, что, типа, есть ли кто у самолета тут живой еще, нет? И будут забирать этих людей к себе. Потому что инстинктивно, наверное, людям хочется все равно самолета держаться. Так. Это вообще какая-то фигня. Несуществующая. Ладно, давайте тогда поедим Сникерс. Да, восстановим опять. И надо будет уже выживать как бы на своих личных ресурсах. Я считаю, что негоже полагаться на Сникерсы. Ну, тут какое-то крутое дерево, оно какое-то особенное. Наверняка оно чем-то важно должно быть. Или нет. Если я попробовал вырубить, интересно, что-то изменится? Я, наверное, тупо не смогу. Да, оно слишком огромное. Нет анимации рубки этого дерева. Я выкинул. Я чё говорил? Я про летний лагерь начал что-то рассказывать, потом отвлекся. Летний лагерь, говорю, вот всегда мне было... Я его воспоминаю сейчас, как... Вспоминаю. Нет такого слова, как вспоминать. Вспоминаю я его всегда с такими относительно хорошими, теплыми чувствами, что вот было, в принципе, весело, что-то там было. Чем ветки продолжаю брать? Окей, это что еще за херь? Окей. Что это было?
Что это вообще такое? Это огромный уродливый гриб, что ли? Что-то я таких грибов в жизни не видел. То есть не гриб, а как эта ерунда на деревьях растет. Но это просто, наверное, как-то так поставлено. Это должно быть чем? Интересно. Я такой... Я, наверное, мало в лесу времени проводил. Потому что я не знаю, что это такое. Ага, я продолжаю выкидывать всякую ерунду. Но и суть в том, что, говорю, летний лагерь было весело. То есть, вспоминаешь, так, да было весело. Но вот когда я в нем находился, я помню, что месяц этот длился просто бесконечность какой-то. Думал, когда он, блин, уже закончится уже? Чертов лагерь тупой, как у меня задолбал. Когда уже я поеду домой, где есть телевизор, есть какие-то вещи. И вот не знаю почему, конечно, сейчас бы мне уже опять хотелось бы вернуться в то время. И, ну, во-первых, у меня тогда и зрение было лучше, наверное, я из-за этого немного... У меня ностальгические воспоминания о детском лагере. Я тогда очков даже не носил. Но, окей, этот лес, он вообще просто бесконечный какой-то. Пойдем назад, наверное. Нагулялся. Не хочу я идти. Хотя знаю, что мне там искать, что мне там ловить. Остров сам по себе огромный, конечно. Я не знаю, там мне говорили, ой, осторожно, ты вырубишь все деревья, деревья на острове ограничены. Хрен с два, меня скорее 6 раз убьют, чем я вырублю все деревья. Как тут вообще можно попытаться вырубить все деревья? Ну не суть, детский лагерь, да? Ну, у меня были, конечно, разные лагеря детские. Вообще, когда говоришь слово лагерь, у меня всегда какой-то концлагерь ассоциируется. Возможно, вот у меня и в детстве были с этим проблемы. Думаю, как и что меня нацисты держат там, ну, против моей воли. Но... Вот были разные они, были какие-то обычные, были какие-то... Я хочу жрать. Еще один сникерс может ему сожрать. Алкоголь его не увеличит, у него ничего. Че он еще может сожрать, интересно? Руку он сожрать не может. Камни он сожрать не может. Мне все комбинировать надо. Пойдем кролика приготовим, пока наш костер там не совсем не потух. Никого нет? Кто-то есть? Там никого нет? Там есть? Мне кажется, что вот в моей зоне должен кто-то быть все равно. Они уже знают, что это окей. Охуительно. Ну, говорите мне, что они не атакуют первыми, да? Они не атаковали меня первыми абсолютно. Ах ты мразь. Вернись обратно. Чё, хочешь подраться или поговорить? Я пришёл с миром. Почему-то этот топор, его нельзя сразу поставить блок. Его нужно вначале махнуть, а потом поставить блок. Ну да, убегает меня, мразь. Не дадите вы мне тут спокойно посидеть, да, пожить. Еду поготовить. Я надеюсь, что он не будет меня бить. Мне кажется, он реально не стал ничего делать. Чё, чувак? Ну, твоя дура первая напала на меня. Я тебя не хочу трогать, приятель. Я хочу иметь с тобой проблем. Какая-то шлюха, отстаньте! Не хочу я иметь с вами проблем. У меня есть костер, видите? Он очень слабый почему-то. Чё он такой? Чё? Ну чё? В чём ваша проблема? Хотите, чтобы я вас убил или нет? Смотрите, сколько тут. Вот лучше их убейте. Мне спать не дают по ночам. Мне кажется, они так не отстанут. Они будут пытаться мне все равно атаковать задницу. Видите, пока я не смотрю на них, они пытаются типа на меня напасть. Как слендеры какие-то, да? А, пикабу. Пикабу. Ладно. А, что, может ты сгоришь уже на костре? Нет? Хочешь сгореть на костре? Ладно, мне придется их убить. Там уже нет смысла отрицать это.
я попробую ее зарубить сейчас. Собрать ее башку, пока она не укатилась никуда. Я не могу сторидж для их тел сделать здесь. Вот мне интересно, они будут отпугивать все равно их на какое-то время? Или все равно и вот они, может, просто подходить ко мне не будут здесь? Второй чувак куда-то убежал. Может, он как посыльный, он расскажет остальным, что-то случилось. И поэтому их придет 6 раз больше. Наверное, мне не стоило давать ему это сделать. Это плохо. Куда ты делся? Он реально, надеюсь, он утонул. Надеюсь, он просто в воду бежал, фиг сдох. Мой костер, его просто нет. Окей, нет, он есть. Че ты такой слабый? Ты... Чё это был за звук? Это был мой звук. Я его издал, этот звук. Ладно, давайте, я думаю, еще. Я просто не хочу лишний раз вот эти тела их таскать, и поэтому вот у меня лишний раз эфиджи будет еще одна. Я не знаю, почему эфиджис, они перечеркнуты вообще. И как мне делать веревку? То есть мне нужно ее найти как-то или сделать. Мне кажется, если ты уже идешь по пути того, что ты должен с ними драться, то ты реально должен с ними драться. Уже этого никак не избежать, наверное. Так, тут ничего от нее больше не осталось лишнего. Почему этот... Вау, what the fuck? Нихера себе. Вау! Садик вообще крутой. Слушайте, это тема. У меня здоровье не восстанавливается само по себе. Мне интересно, мне нужно поспать? Или что сделать? Садик, это круто. Садик не детский садик. Ну, я рассказывал про разные детские лагеря. Потому что все равно говорить-то и нечем особо в этой игре. Когда собираешь всякую фигню, ничего не происходит. И... Да... Что я хотел сказать еще? Ну, вот, разные были в плане того, что вот некоторые лагеря были тупо, типа, вообще непонятно, зачем они нужны. То есть отчасти. Что-то я застреваю, тут какие-то невидимые стены. Я бы звезды, что ли, эти. В них, что ли, я врезаюсь. Мне не хватает всего лишь одной башки. Всего лишь одной башки. Почему этот, он вообще, он тухнет. Он вообще не работает, как бы. В чем его проблема? Сколько мне нужно листьев в него накидать? Он же должен быть качественный. Он сразу как будто, то есть, резко раз и все, и пропадает. Это из-за дождя все-таки. И единственное, что я помню в одном детском лагере, это было то, что там были по ночам какие-то дискотеки. И... И мы там какой-то из разов зачем-то воровали дыни, которые росли не дыни. А, еще в этом детском лагере... прямо по его границам. Ох, боже, what the fuck. В общем, прямо по его границам росла конопля. Я немного из-за сложившейся ситуации даже не знаю, как на это реагировать. Росла конопля, росла конопля, конечно. Чуваки. Он явно их привел, этот пидор их привел. Все было бы хорошо, если бы... Проболтался-то, пропизделся, да, чувак? Теперь будут приходить ко мне эти ребята каменные. Ага, пососи. Ух, ёпта. Какой-то ты, сука, быстрый. О, черт, они меня сейчас грохнут. Они чувствуют, когда ты слаб. Когда у тебя не хватает сил. Ох, ёпта. What the fuck, серьезно? Он слетел просто с... Он проскользил по камням, а просто слетел нахрен. А, вот игра, конечно, в альфе, но все равно это бесит. Вот этот новый топор может поднять. А мой дом где-то там. Замечательно.
Будет неудивительно, если я выйду через тот же выход, через который я и видел там. Можно сейчас бежать очень быстро. Нельзя тут вообще застревать. Бежать очень быстро, только я не знаю как, потому что тут можно... Я знаю, что я несколько раз, пока не записывал, проваливался в этом месте через сраный просто уровень. А, кстати, видите, я там типа пассажиров, 9 пассажиров я нашел. Крауч. Ну чё про историю с коноплей? Я правда никакой истории моей конкретно с коноплей нету. С дынями более-менее истории есть, но я бы ее тоже историей не назвал. Надо бежать сюда нахер. Чё ты встаёшь? Не вставай, беги. Run, bitch, run. Тут не выход. Ни хера не выход. Или выход. Нет, тут не выход. Как я вообще в прошлый раз выбрался сюда? Место такое страшное. Что-то пипец вообще. Чё, ещё оно какой-то шум издаёт. Эти голые ублюдки сейчас опять на меня вылезут и меня поимеют. Но когда тебя уже в первый раз замочили, мне кажется... Особо ты не поживешь очень долго в этой игре. Мне кажется, что я уже облажался частично. То есть... Не знаю, мне кажется, что... Мне кажется, что я немного обречен теперь из-за этого. Ну, а мне кажется, кстати, чуть-чуть подправили, как ты вылезаешь. Раньше вроде хуже было. Сейчас чуть-чуть лучше что-то вылез, что там что-то есть, то есть до того, как ты вылез. Все равно еще не гладкий переход, но и не такой он резкий, как раньше. Но мне нравится, что ты когда попадаешь туда, у тебя есть все твои вещи, и ты еще дополнительно хороший топор получаешь. Но при этом, то есть это как бы значит, что все плохо. Хуёво. Че это фигня? А я не могу подобрать эту фигню. Кто? Это вообще женщина? Почему столько волос? Какой-то растаман. Слышу, как кто-то шумит. Вау, какая-то изба. Это, наверное, их изба, да? Это их место, наверное. What the fuck? Я какую-то отравленную херню, похоже, сожрал. Так, убери зажигалку, все достал тоже. Это, наверное, их место, да? Так, где они живут? Ублюдки. Ну давайте, я еще ни разу, если честно, не был здесь. Я ни разу не видел их избы. А вот один из лагерей у меня был, наоборот, супер комфортный, кстати. Без всяких раскладушек фиговых. Всякой фигни. Там было супер комфортно. Мы там всякие вещи из глины делали. Было расписание на всякие купания, массажи. Я бы в такой бы лагерь, я бы еще раз точно съездил. Это уже не тот возраст у меня для лагерей детских. Я вот не знаю, почему я скучаю. Я наверное, все-таки все равно не по лагерям скучаю. Я скучаю по безответственному детству, где меня никто ничего не хотел. Где я и... Никому ничего не был должен, ну толком. Школа? Какая школа? Смотришь уже с отеля, и ты думаешь, школа, да вообще, какой она имеет смысл? То есть, всякие вот эти проблемы какие-то, оценки, все это туфта. Я выбрался обратно. Как и обычно, я выбираюсь обратно. Я это сделал снова. Даже мой костер до сих пор горит. А для чего у меня один камень еще есть? Я что-то не понял. А, у меня нет одного камня. Еще думал, что у меня есть. Давайте заберемся на лодку. Заберем фигню, которая там есть. Потому что я знаю точно, что она там есть. Я не могу сделать какой-то просто сундук себе. Ничего не знаю, главное, про эти. Я не знаю, где...
то ли как бы в этой версии ты реально не можешь выжить, ничего сделать. Мне кажется, что ты просто в этой версии мало чего можешь, если честно. Не уверен, что тут даже веревка есть, хотя я могу ошибаться, я часто ошибаюсь. Можно попытаться потом сделать ловушку для них. Пару ловушек даже можно сделать. Кстати, рыба. Сука. Рыба в камень заплыла. Хитрожопая мразь. Ой, ой. У меня, кстати, я видел, что чувак в ролике одном, он типа... Блин, он охотился на рыбу. Палкой ее протыкал. Мне кажется, эта хуйня не работает. Ее как-то можно... Может, ее как-то закомбанить с камнем, которого у меня нет. С динамитом, блядь, закомбанить. Так, ладно. Нужно, я думаю, что мне нужно камень еще один подобрать. И, возможно, я смогу сделать именно оружие такое, копье. Своеобразное. Его и для охоты еще использовать. Тут проблема в том, что я лично не знаю, конечно, что с чем комбинировать. Что я закомбинировал? Что я вообще сделал? Что за херь? Я... Крафтит X. Расти X. Что из этого лучше? Херасия. Я хотел, если я не X хотел сделать. Я же две палки туда положить не могу. Ну ёпт. Как я это вообще сделал? Я, кстати, им тоже не могу сразу заблокировать. Тем, по-моему, я могу сразу взять и заблокировать. То есть я могу просто идти и сразу... Да, просто блок поставить. Он сразу заблокирует его. А тем я не могу сразу блок ставить. Я должен вначале так... Махнуть. Потом только после этого я блок почему-то могу делать. Ладно, давайте заберемся все-таки на лодку. Хоть рыбачить я по каким-то причинам не могу. Не знаю почему. Мы сейчас проплывем, там заберем всякой ерунды. Кстати, я так понимаю, что вот эти черепушки, это все что-то значит, что типа что лучше не заходить в это место. Наверное, на лодку вообще нужно до последнего не заходить. Я все делаю не так. Веревка, мне кажется, здесь. Окей, опять сейчас начнется. Они, видите, они тут просто спавнятся, и ты можешь их фигачить. Как в моем ролике сделать. Ну, кто не видел мой трейлер, фейковый трейлер по Форесту, то идите посмотрите. Кажется, он достаточно забавный. Я на него почему-то потратил на него гораздо больше времени, чем я бы хотел признать. Вы видели? Одна птица, эта чайка, села на этого воробья какого-то. Просто любая поверхность подойдет. Но, говорю, эту игру надо фиксить, но, блин, все-таки какой тут... потенциал. С другой стороны, я был согласен, один чувак на Steam форуме писал, что типа в чем проблема этой игры, почему нельзя сделать чисто игру про выживание в дикой природе, почему всегда нужно добавлять каких-то аборигенов, почему нельзя просто сделать вот, ну вот, просто выживаешь. Неужели этот концепт людям кажется недостаточно интересным? И я вот в этом плане согласен, потому что вот этот фактор того, что тебя еще и люди могут прийти замочить, это немного слишком стрессово для меня. То есть это немного убивает у меня интерес определенный. Потому что я хочу, вот как, знаете, как в Майнкрафте. То есть в Майнкрафте есть какой-то уровень стресса, что крипер, но он там совершенно такой неосознанный какой-то. Ну, не в плане он неосознанный, а в плане в том, что он там никогда не является главной проблемой. И даже если ты умрешь, ты можешь зареспауниться. В этой игре такого нет. И тут как в Don't Starve, ты сдохнешь, так ты сдохнешь, все начинай заново. И такой вот какой-то подход, как в спеланке. И я знаю, что есть люди, которые фанатеют от игр, где типа вот пройти игру на одной жизни, всякие вот эти челленджи. Но я немного не такой человек. Я немного хочу
Ну, как бы я хочу спокойствия своих игр, и если вот уж мне нужен челлендж, то я его сам как бы считаю для себя потребую. Я сейчас не знаю, чего мне делать. Вот, честно, я не знаю. Я хочу попробовать. Мне кажется, я в любом случае умру. У меня, кстати, лишние руки есть. Мне говорят, что можно закомбайнить их. Только, блин, с чем ты хочешь их комбайнить? Эти фаеры можно заэквипнуть. С фаерами зато можно вниз спуститься, наверное. Ага. Можно еще молотов сделать, наверное. Закомбайним молотов сделаем. А если я не могу закомбайнить вот эту фигню? Нет, не могу закомбайнить. У меня есть explosives. Давайте попробуем, вот если эта херня опять там будет. What the fuck? Как ее вообще, кстати, использовать? Давайте попробуем, если там опять эта фигня будет. Что сейчас использую? C4 или флайер? Слушайте, флайер вообще светит, офигительно. Что-то у меня уже мало сил. Нужно мне Energy 3 и вот это уже, да, сидим. Это проще. Сейчас я хочу опять найти эту тварь, которая там сидела. Я не понял, что это. Это человек, осьминог, что это вообще такое? И я хочу его замочить. Он все еще тут. Он наверняка он все еще тут. Да, эта тварь, вон она. Боже, я если 4 кинул одновременно, нихуя себе. И оно взорвалось. И совершенно никому ничего. Окей, ладно, замечательно. Игра в бете, но это все равно не круто. Гори, мразь. Что ты, мразь, вообще делает? Ты тут один? Гори, жопа. Я не понимаю, я вообще наношу ему урон какой-то. Хер ли ты такое? Сохнешь? Ты застрял, кажется. Что это вообще такое? Почему ты не умираешь? Ты какой-то мини-босс с сиськами. Мне даже флайер потух. За херь. Ну это явно необычный абориген вышел. Это какая-то мутирующая хуйта. Я покрыт кровью, но я эту тварь не могу убить. Что мне с ним делать тогда? Он просто там застрял, мне кажется, он урона не получает. Так, я боюсь, что я сейчас возьму флайер какой-нибудь. Ну, блин, я хочу взять флай. Куда я его дел? Окей. Он там застрял, пускай он там и сидит. Что-то такое вижу. Слёрп. Давайте возьмем это и возьмем наше оружие. Петух пускай там застрял и стоит. Это фигня издает шум какой-то. Тут везде черепа. Манит меня. Звук пещеры. Ну зато это офигительно выглядит, конечно, вот этот... Что-то сделано с освещением, все равно это, конечно, круто. Я взял себе флайер, но где он? Его нет. Он просто его потратил куда-то, он как будто его использовал. И вот эти вещи, которые появляются в темноте, исчезают в темноте. Я просто нашел проход из одного угла в другой, что ли? А, или я не могу выйти оттуда, или я могу выйти. Окей, нет, я опять провалюсь через уровень, мне это не нужно. С этими делами нужно что-то поделать все-таки. Окей, освещенная часть пещеры. Куда я вошел? Эй, подождите, а где мой топор? Или это не часть пещеры? What the fuck? Что это вообще такое? О, воу. Эти ребята.
Привет. Как вы тут поживаете? Боже, они меня сейчас... Они меня вздрючат сейчас. Это плохо. Не хочу, чтобы меня вздрючили. Если бы я не потратил все молотовы, я бы сейчас их использовал. Ты не встанешь, ты не встанешь. Ау. Я не встану, видимо. Это мощный какой-то вождь. Но пока ты не наносишь им урон, все равно они по тебе не могут толком задеть тебя. Что хорошо. Что хоть немного дает тебе какую-то возможность, но и их получие атаки... Они... Блять! Я не умер еще. Ау! Я одновременно сейчас нанес урон. О, ну ладно, это... Это все-таки было что-то новое. Я всего 2 дня прошел, но потому что я не спал. Я старался максимум из своих жизней вытащить в этот раз. А, ну, вот такой у меня получился второй заход. Какой-то более спокойный, более размеренный, более обдуманный, может быть. Я не знаю. Но, в общем, я, наверное, буду каждый раз с новым обновлением пытаться играть в эту игру. Поэтому вы мне можете лишний раз об этом не писать. Я про эту игру я точно не забуду. Она все равно слишком концепт интересный. Несмотря на то, что я, наверное, не лучший игрок для этого. То есть, я все-таки говорю, я люблю вот как Майнкрафт. Мне очень нравилось, что я любил вообще оградиться от всех, строить себе домик, в шахтах там что-то исследовать. И вот этот survival, который здесь, агрессивный такой, который так или иначе напрашивается у тебя, что ты будешь драться с этими вот этими... каннибалами, непонятными чем вообще, и которые будут тебя постоянно убивать. Я не уверен, что я готов в полной мере с ними всеми справиться, но я думаю, что, наверное, чем дальше будет идти разработка, тем все-таки меньше у тебя будет, ну, глупости, вроде ты можешь провалиться через землю, что-то там проскользнуть где-то на камнях, как я в первый раз умер абсолютно глупо. И я думаю, что все это станет оптимизированнее и интереснее. Поэтому, в общем, на этом все. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарий, ставить пальцы вверх, а также рекомендовать этот канал друзьям, потому что я всегда рад новым подписчикам. На этом все. Пока и обдё-бдё!